На праздничном юбилейном мероприятии в Лесногородской школе собрались лучшие отряды ЮИТ Одинцовского района, а также представители администрации лесного городка, районного управления образования, Всероссийского общества автомобилистов, управления по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники межмуниципального управления МВД России Одинцовская, инспекторы 10-го полка ДПС. Сфера безопасности дорожного движения имеет большое количество проблемных аспектов, в решении которых помогает любая, так скажем, немаловажная деталь. Соответственно, мы хотели бы просто поздравить всех с праздником и пожелать всем благополучия. И спасибо вам за то, что вы делаете. Юные инспекторы дорожного движения, не изменяя традициям, решили посвятить этот день своей главной миссии – пропаганде безопасного поведения на дороге. После теплых приветствий юидовцы выступили с театрализованным представлением на новомодных средствах передвижения, таких как гироскутер и сегвей, и даже исполнили флешмоб по правилам дорожного движения. Подобные мероприятия, по мнению педагогов и сотрудников госавтоинспекции, приносят несомненную пользу и много положительных эмоций детям. Сегодня мы с вами стали взрослые. Сегодня мы с вами самые умные. Сегодня мы с вами самые красивые. Ребята, и мы с вами можем привлечь особое внимание к соблюдению безопасности на дорогах. Завершилось мероприятие круглым столом. Каждая команда ЮИТ демонстрировала свои знания по безопасному поведению на улице, на дороге, в транспорте, а также разбирала ситуации, связанные с дорожными ловушками. Приятной неожиданностью для всех причастных к празднику стало видеопоздравление от летчиков пилотажной группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».